пакують. Дивись, щоб обиск був законний, вся фігня. Ти можна вийти? Пошли, руля, пакуємо. Не понял, почему, потому что? Почему? Потому что... Вы кто такие? А вы кто такие? Право вам дали нас на съемку? А что, не видно кто? Дали право? Це хто мені каже? Можна ваше подивитися? Хто каже? Я вам кажу. А ви хто? Такий пістолет. А ви хто? Це що? На 5 статті закону про міліцію. Ви тебе не зверталися, пожалуйста. Тут що? Що за нож? Я ви, це незаконний обиск? Поверхневий огляд, знаєте, що це таке? Вважаємо. Знаю, ну, ти все. Що, серйозно? Да. Документи можна ваші? Я сам не розговорюю. Не розговорюєте? Да. А хто розговорює? Можна право дайте, пожалуйста? Да, сніміть, сніміть його нормально. Нет, что, есть фонарик? Давайте вместе посчитаем деньги, чтобы он его снял. Вы считаете, что это в своих руках? Не надо там лазать. У вас есть постановление суда? Мы даем все, что у него не надо. Деньги в карман. Не надо без постановления суда лазать по карманах. Поверхневый огляд – это сверху карманов. Документы в чем вы выучили? Ножик, що він? Хорошо, хай собі лежить ножик. Не треба толкатися. Я говорю, не толкайся. А ну визви сюди ще одну. Визви ще одну. Не треба устроювати паніку. Нормальні пацани, ми нічого не нарушали. Що, не розумієте, що ли? Перевіряйте, що хочете. Дайте, ви потеряєте, друге, документи верніть. Ми не потеряємо. Дайте, документи верніть. Чого ви забрали документи? Це частна собственность. Ми не забрали, ми перевіряємо. Не треба перевіряти, він держить в руках, ви перевіряєте. Ребята, ви що? Визвіть ще одну групу. Ідіть і знімайте. Що значить ідіть і знімайте? Куди ідіть і знімайте? Ваше посвідчення. Я зараз і задержую. Ваше посвідчення, пожалуйста. Яким задержуємо? Дзвоніть 102, блядь. Дзвоніть 102. Не ругайтесь, уважаємо. А що буде? Що ти зробив? Не ругайтесь. Не ругайтесь. Хто ти такий? Сотрудник міліції. Документи можна? Я потім вам покажу, я тебе знаю. Не видно. Отойдіть, можна? Отойдіть, пожалуйста. Не треба толкатися, товариш прав. Ви вообще спалюєте. Да? Що, серйозно? А то що буде? А то нічого. Ну і все. Стой, ровно мовчись. Руки по карману, що грамотний, умний, да? Я говорю... Отойдите, пожалуйста. Я говорю, документы. Снимите, пожалуйста. Ну. Гражданину Украины, по первому требованию. Да. Я там не общаюсь, не разговариваю. Что, больной, что ли? Больной ты. Серьезно? И не провоцируй меня. Документы, отойди, пожалуйста. Документы, говорю, предъяви. Тыкать будешь маме своей, понял? Я не знаю, что... Напоню, меня не бери. А то что будет? Ну, говорю, не бери, напоню. Я говорю, документы свои предъяви. Кому? Мне! Я не разговариваю с тобой. Да не с тобой, а ну вы разговариваете с гражданином Украины. Что это такое? Документы, говорю, предъяви. Кто ты такой вообще? Чего вы пристали к человеку? Потому что с ножами... Документы предъяви с вами. Не махай, говорю. Да рот закрой, слышишь ты, мусор галимый. Я говорю, документы предъяви, кто не... Кто вы такие? Ты будешь провоцировать. Документы предъяви свои, да. Блядь, сука. Документы предъяви свои, вы шо, блядь? Успокойтесь, пожалуйста. Предъявила документы, я успокоился. Конечно, что предъявляю. Ну так предъявляй, это по первому требованию. Нет, мы сейчас очень заняты. Здесь чем вы заняты? Потому что здесь ножи валяются. Ну и что? И так по закону давайте, по закону. Так, если валяется а закон, так у вас спрашивают, кто вы? Документы свои предъявите. Сейчас, сейчас. И вы предъявите свои. Я на камеру показывать не буду. Да не мы уберем камеру. Мы уберем камеру. Не надо на камеру. Аккуратно. Попросите чуть-чуть, пожалуйста. Сейчас, подойдите. Чего вы его мучаете? Куда он денется? Наручника. Куда он денется? Куда машину закрывали? Да. А? Может, машину закрывали? Куда он не убежит? Куда? Ты его не догонишь? Я? Не знаю. Может, не догонишь. Может, на какой-то спортсмен. Почему он задержан? Почему не я задержан? Объясните мне. Вы с ножами бегаете? Лежит нож. Вы видели, что он бегал с ножом? Видел. Это что, холодное оружие? Ну, отойди, говорю. Да не отойди, отойдите. О, у меня же руки, пацаны, у меня же здесь руки, реально, ну больно. Только отойдите. Просветы, просветы, это холодное оружие. Это холодное оружие. Что это такое, не нож? Это холодное оружие, я спрашиваю. Это запрещено нож носить? Конечно, запрещено, среди ночи раскрытый нож бегать с ножом. Где это написано? А днем можно? В каком законе? В каком законе написано? В каком законе написано? Не мешайте работать, отойдите. Не пожалуйста. Работать, а служить. Служить и работать. Документы предъявите сюда. Предъявим, когда мы разберемся с этими вещами.
Вы мне предъявите, я дежурному прокурору хочу позвонить, хорошо, чтобы назвать вашу фамилию, должность. Хорошо. Да. Чтобы сюда приехал дежурный прокурор. Я вас прошу, успокойтесь. Покажите документы свои. Ну что, что, документы? Документы свои покажите. Сейчас мы разберемся. Документы, говорю, покажите. Что, пьяный или что? Да, Юль, не кричи, потому что это ваше, не это самое. Завтра я начальника заеду, когда здравствуйте, кто не кричит. Краще это... Да не блатуй. А кто блатует? А чё ты тыкаешь? А чё ты тыкаешь? Чё ты тыкаешь, твоё питание? А хто провоцирує? Да показав документи, ніхто тебе провоцирує, яка ти міліція. Ти бомж, перейди ти в міліцейську форму, якщо ти не приділяєш документи. Він не доходить до тебе, или ні? Закон, а ти взяли. Только для вас. У вас є посвідчення? У вас є документи? Не мешайте нам роботи. Да не роботать, а служи. Роботу, именно я работаю сейчас, в данный момент. А должен служить? Я сейчас работаю в данный момент. А должен служить, это еще раз объясню. Вы не понимаете или что? Или вы сказали, это ты не понимаешь. Провоцировать. Так какое тебе дело? Ты не провоцируемый должен. Что я тебе должен, какую я тебе тут помощь должен оказывать? Медицинскую только могу, скорую. Да. Ну так позвони. Так позвоню сейчас. Да позвони, ты не тыкай, позвони. Слышишь ты, урод. Что вообще, блин? Что ты тыкаешь, скажи? Покажи нож, это холодное руки. Не трогай. Да я не трогаю. Я заснялся уже. Уже все заснялось. Откуда вы знаете? Я видел, как ваши ребята и товарищи заснимают. Я хочу еще заснять. Я имею право. Снимайте, что хотите. Ну, так только не трогайте. Я не трогаю. Где я его трогаю? Вы видите, что я его трогаю? Ну так не мешайте уже. Чем я вам мешаю? Сейчас мы разберемся. Документы, покажите, кто вы такие? Не мешайте мне. Видите, что наш человек, который бегает, служил параллельно. Какой ваш человек? Это ваш человек бегает? Наш человек. Вы не слышите? Вы бегаете с ножом? Не бегаю. Есть свидетели, что он бегает? Если он таксист, я не бегаю. Ну с ножом он бегает, и что? Так что, это нормально, это может что с ножом быть, где-то минут 20 назад произошло преступление. Минут 20 не надо назад. На меня. Я не ору, я потом разговариваю. Вы, так что, вы подбежали. Вообще три человека с камерой, правильно? Вы ко мне обращаетесь? Вы что хотите выяснить? Мы сейчас выясняем данные и все дела. Потом с тобой будем общаться. Вы ко мне обращаетесь? Уважаем. Отойдите, пожалуйста. Не хочу. Вы не кто хотите? Такой? Вы я кто сотрудник милиции. Покажите документы. Документ, вам да, мне. Покажу, когда я разберусь в данной ситуации. Значит, потом будете говорить мне, что я отдаю туда. Понятно ли нет? А не рассказывай нам, что. Что, почему? И провоцировать не надо. Кто тебя провоцирует? Ты кто такой? Вы провоцируете. Кто ты такой? Я сказал. Ты бомж, переодетый в форму милиции. Бомж. Пока ты не показал документы, тебе не доходит? Нет, не доходит. Ну все, бомжуй дальше. Бомжуй. Ну и все, ну, давай. Вам что, трудно показать? Все. Я не понимаю, вам трудно показать? Занято. Успокойтесь, нет? Да сними всего занятого, чувак Дроса. Не надо, слышишь, ко мне подходи, дружок. Что, серьезно? А в тебе что, в штанах? Подруга, чи что? Да. Отлично. Есть документ? Да. Кто такой? Нет, я старший. Кто такой, ты понял? Ты что, дебил? Круто. Ты кто такой в штанах? У мене дебіл в штанах? Да, уважаємо. Спілкуюся. Ти давно з ним общався чи що? Да. Откуда ти знаєш? Губи вже ви? Ой, є документи? На камеру. Так вони всі так. На камеру провоцирують, що показують. Оце друге діло. Шепель Геннадій Олексійович. Я не дочитав. Должність не треба. А? Інспектор патрульної служби. А до якого дійсне? До якого дійсне? Може, до просрочення? Може, і просрочення. Не вам це пояснять, да. Я вас прошу. Є служби такі, що провіряють, вважаю. Хто ви такий? Так ми є та служба, яка провіряє. Яка ви служба? Яка ви служба? Ви не пристались, підбіжали з камерами. А ви представились? Ну, зранку знаєш, яка ми служба. Без різниці, утром, вечором. Ну, чого без різниці? Що ти такий без різниці? Напишеш рапорт. Кому? Вместо того, чтобы пить додому, ты застрелился. Ты будешь сидеть рапорта писать. Кому я буду писать? Ну, бачите. Капец. Ребята, идите занимайтесь нормальными делами. Сержант, ну ты, конечно, блин, я таки еще не бачу бронеловых какие-то. Бронеловых? Да. Женя в вороте, уважаем. Иди погуляй. Ты гуляй, бронеловый. Что за слова вообще? Вы куда идете? А что ты тыкаешь? В Европу. Я говорю, куда вы идете? Ты закон про милицию читал? А? Кому ты тыкаешь? Ты закон про милицию читал? А что, тыкнул? Ты что? Перед этим 10 раз. Ты будешь сидеть зранку до вечера писать репортаж, отписывайся. Зранку до ночи, я бачу твою. Ты смену достаешь, будешь сидеть писать репортаж. Видно, что ты работаешь. Наручники снять не можешь. Работник. И напишешь, за что он затриман? Как ты работаешь, а не служишь? Ты присягу давай, что? За что он затриман? Вы можете сказать, чи нет? Что ты присягал? Ну, ты поясни, что ты, я вам говорю. Что?
центрі. Та до вас нормальна людина буде тікати. Дома, що спали, ключі від дому. Орика. Я не брав ніякого ножа, ви ж самі бачили. Товариш. Я його з ножом не бачив. А, все, все. Правильно? Свічом. Ну, так то у товариша був ні. Там рапор, чиновник. Це вже не заважає, виясняєш. Сотрудники мені. А ви? А ви назвали нас бомжами. Так. Так, а бомжа так можна? Є. Затримувати. Ну, звісно, на все. Це перший шаги до Європи. Гражданин? Чи чим ви допомагали вот нам краще? Якщо є явні ознаки. З ким допомагали, пацани? Що ви на тут живуть, чи ви приступили? А ніхто не каже приступник. Якщо все нормально, зараз вияснимо, чи немає повідомлення. Повідомлення. Десь кошу. Все, ребят. Чого любого не остановити? Ви не бігають з ножами в 4 часа утра, уважаю. Ну правильно? Это преступление. Это преступление. Вот смотрите, если это мы первый его шаг отпустим через буквально 10-15 минут, то можно... Нет, это все правильно. Так поступить с какой-то... Просто не хочет быстрее... Я предполагаю, что у него есть половой член. Давайте его не будем отпускать. Вдруг он кого-то изнасилует. Это уже совсем другое. Ну а это другое. Это взрослый мужчина, что вы говорите? Так ты тоже взрослый мужчина. Ну ходит он с ножом, и что? А? Знаешь, как в прокуратуре говорят? Не то тело, не то дело. Ага. Дай Бог, чтобы он ничего не совершил. Правильно. Дай Бог, чтобы он ничего... Пока он ничего не совершил, вы не можете доказать. Вы не имеете права его задерживать. Мы вот пока чем. Для автономного. Для автономного чего? Всех удачи. Иди. Да. Для всего надо наручники надевать. Верим в личный бюрократ. Это называется административное затримание. На эстишу были бы, чтобы он уже... Не треба на ваші. Я вам что давав, я видав там, що там блять, там все. Подошел и взял слома, и ножи положили обратно. Зачем мне надо было? Положила? Положила обратно? Ну так не знаю. Не, это же не мая б нож было. Видав, что там валялся. С блять. А, валялся? Да. Все, я понял. И все. Откуда я знаю, чей это нож? Ты взял, посмотрел и бросил назад. Это не моя. Все, не ваш. Я же не говорю, шага. А так нельзя просто звание про это вот имя, фамилия. Сейчас позвоним, ребят. Сейчас мы запишем, я же не буду. Ранее вы не задержаны, я буду там подойти. Снимите его наручники, не будем не бежать. Куда я бежать? Я же тебе говорю, сбежали откуда я тебя видел? А? Откуда я вас видел? Отсюда вы ехали, сделали круг, вот. Я к одному такси подошел, к другому. Мужики, что случилось? Можете рассказать вкратце? Ничего не случилось, просто пацаны, друзья звонили, они в Хрещатнике. Они хотели такси забрать, отказался один такси, к другому подошли, они сразу повернулись и остановили нас. И что, и наручники сразу? Ну да. Ну да, мы же подъехали, уже вытащили его с такси, наручники не могли. Мы ничего не делали, но не знаю. А представлялось, когда до вас подошли? Там, ну, да, все сидел. Нормально представлялось, показывалось. Подошли документы, вот, и, короче, увидели нож, и после этого я думаю, что это наш нож. Там не за что сидели, да? Ты спортсмен? Да. Когда в женщине рвут сумочку и бегают, вы... просто человек. Я бегу сзади и кричу, помогите, ребят. Так все в сторону. А когда... Так, если вы задете, то будут все разбегаться в сторонку. Вас просят документы, вы тыкаете КВТ, там она милиция. Ничего страшного. Бурят, ты... Бурят, ничего страшного? Не решает, ничего страшного. Бурят, Тинский. Вы нам заважаете. Ну, что вы мне тут заважаете? Вы кто-то дергаете, что? Сергей Михайлович.
так понабігали з камерами, не певно, що набіжить. Чого страшно? Ну так, як їх там називається. Провокатори, провокатори всі, правильно. Сергій Михайлович. Все. 68. Всім, так? Ти наказ почитай спочатку, ти провокатор, блін. Ну так, не мішало. Компанія давно крутив? Придеться крутити зимою. Не надо? Це столов. Так, подожди, сейчас, еще одно. Это все будем объяснять? Я у друга приехал в гости. У нас опять его квартира. Не знаю, не знаю, где квартира, какой дом. Сейчас тебе так объясню, постой. Наверное, от нее даже не знаю. Это сейчас ты для чего пишешь? Я буду проверять. Ти можеш, согласно 63 статті Конституції України, не давати ніяких пояснень. Маєш право відказати. Це не пояснення. Можеш взагалі нічого не говорити. От ви правильно говорите, тільки ви називаєте не те, що потрібно. Можеш взагалі нічого не говорити. Дозвоните, продиктуйте ім'я, фамілію, а не буду проверяти на базу одразу. Ніде нічого не розписувати. Так, базі немає, так? Зараз ще одне, зараз, подивіться. Так. Дай, пожалуйста. Були б ви волі і без тих бабла, що ти там світив. Так. Так. Давай я продіктую. Чого? Чого? Ви будете рапорт писати? Я вам покажу, зразу стало легше. Бачите, откуда ви гроші включаєте? З бюджетних коштів. Бюджетних? Так. От читай. Так. Не треба вже? Бесіки не треба, то можете собі оставити. Так я вам і не даю, я вам просто собі. Рапорт будете писати і написати. Бесіки. Бесіки. Босяки. Босяки. Не якісь провокатори. Босяки не босяки, ану я тебе не бачу. Босяки. О, правильно. Босяки. Не треба забирати у людей документи. Він сам там, він забирає, будь ласка. Якщо він тобі дасть руку і подержать в руках, ти теж возьмеш. Ну, не треба. Та не пихайся. Не пихайся, дружище. Я дам людині. Дивись, ніколи документи не передавай в руку. Отак от, він хоче прибігти. Ти йому держиш? Отак от, щоб він бачив. Або отак от, да? Руки убери, я подивився. Убери хвилин. Бачи, так. Ось так. Ось так чоловіку пробував. Чого ще таке борси? Бобеджішвілі, бесіки. Прочитав? Бесіки, я ж говорю. Не бесіки, блін, а бесіки. Я тобі говорю, якщо ми не подіхали, вас би розділили. Ну це бабу. Запишіть телефон, ми будемо взяти прокуратуру на них заявку. Хто, що вони у вас записали. Пускай нас отпустять. 90 його. Не хочу я ті, знаєте, конфлікти. Так, все було отпустять до відкритого наказу. Це на чоловік не солодок, розумієте? Тобто не знаєте. Да, вірю. Соня. Не раз. А що у нього іменно? Ви предупредили чоловіка про 63 статті? Я сам знаю, що в нього не довжити. Я думаю, що ви не знаєте. Ви не знаєте, що ви по першому требуванню не можете об'явити документи. Ви бачите, що я зайнятий бузин? Не бачу. Ви предупредили? Дивіться, молодий чоловік. Можете не давати ніяких пояснень. Які пояснення? Волкова, так? Ніяк. Може взагалі тупо стояти і мовчати. Не несе за це відповідальність. 63 стаття. Итого, приятного ничего, ребятульки. Лучше с нами идем-то прогуляемся во дворы и поднимемся, что нема хулиган. Где гуляйся? Где гуляйся? Иди там и гуляйся. Все, мы свободны. Так, значит, ребята. Документы все на месте, все. Телефоны на чем? А где же нож? Вы изъяли, да? Изъятие. Акт огляду места події есть? Так, почекайте. Який акт місця події? Ми ж тільки що говорили, що подія це адмінправопорушення, правильно? Такий може бути. Це подія. Все, поїхали. Ну, все, до свидання, спасибо всім. Оля, присвіти, що такий ножик тут лежить. Хай лежить. До свидання. Хай лежить, ніхто його не трогає. Це ваші ножики? Так, покидайте ці ножики. Домовлення. Так, самі, там мої пальці. Тю.
Так ви лишаєте ножика. Ну буде хтось. Ножик як ножик нема, склад злочину. Рядовий, вилучай ножик, слышиш? Бронеломи, блядь. Дебіл, сука. Так культурно спілкуватися. Та закинь з такими дебілами культурно спілкуватися, ти мені скажи. Це барани, блядь. Тупо барани. Так і якщо хтось буде з цим ножиком бігати? Чу? Так бігайте. Офігеть. Работники, блядь, хренові. Ну ви кончені, мужики, на всю голову, блядь. Так, приїхали, завозимо райбіль. Подожди ти, ножик. Та ж не звісно, що це ножиком було. Ножик остався лежить. Вони воювали. А ножик остався, яким підрізають всі сумочки, і горло ріжені, які печені вирізають серце. Ні. Ну, закінь.